Am bizi tiye şerme basmaz. Susurik, susurik, susurik. Hatı ingiz pülüm kal. Tiye şime git. Свой последний приезд я подружилась с Асе Баласанян, которую знает каждый житель Арцаха и очень многие в огромном мире. Отлично, молодец. Она многократная победительница международных чемпионатов по самбо и дзюдо. А по спортивному самбо – бронзовый призер чемпионата мира. Вместе со своим любимым тренером Иваном Азербекяном Сосе занимается с мальчишками. Для них она всегда на пьедестале. И вот наши вот маленькие дзюдоисты, когда приходили на тренировочные занятия, посещали вот тренировки, когда ее видели, вот радовались тому, что вот есть у кого-то чему-то научиться. Зайна Петилосве! Арак, арак, арак! Хорошо, Леша, молодец! В этой жизни и на ковре у меня нет такого соперника, победить которого было бы моей сверхцелью. Если я смогу победить саму себя, свою слабость, свою лень, то я смогу на ковре победить всех противников. Каждый человек должен в первую очередь одержать победу над собой. В Арцахе нет такой семьи, которой бы не коснулась эта война. Нет такого человека, который бы не пережил эти дни. Моя семья тоже прошла через эти тяжелые испытания. С перебитой автоматной очередью рукой он преодолел несколько километров, оставляя за собой нескончаемый кровавый след. Потом удивлялся, как хватило крови на весь этот путь. Сейчас, накануне своего 50-летия, он вновь лежал на больничной койке, но уже с полностью отключившейся левой стороной тела. Это из биографического рассказа Ашота Бегларяна «Преодоление», посвященного его подруге жизни, которая его и выходила. И днем, и ночью рядом с ним была она, его жена, его любовь, Сервард Гаспарян. Пытаюсь нашей молодежи передать наш опыт, героизм наших парней, чтобы все помнили, какие у нас были парни, какие защитники Отечества. И на их примере воспитать молодежь, чтобы они стали нашими будущими защитниками. Этой весной снять маковое поле нам не удалось. Весна была затяжная, шли дожди, и они расцвели позже. Почему я говорю о маках на этих портретах в музее памяти погибших воинов? Просто для меня каждый, кто остался на поле боя, и есть этот прекрасный цветок. Все эти фотографии, артефакты собирала по горным деревушкам легендарная женщина, мать двоих сыновей воинов Галина Арстамян. Это она создала такой уникальный музей в Степанакерте и написала книгу о национально-освободительной борьбе своего народа. В последний путь Галину проводил сын Артур, который прославился на войне тем, что угнал у неприятеля танк. Сегодня он продолжает начатое ею дело. Из нашей семьи в войне участвовало 5 человек. 2 двоюродных брата,
мой родной брат и мой дядя. Все четверо погибли в течение одного года. Вот, например, это ружье, изготовленное из рулевой колонки советского автомобиля ГАЗ-51. Кто бы мог подумать, что из этого можно изготовить оружие? Вот, пожалуйста. Кстати, отмечу, что погибло немало девушек. Они в основном были медсестрами. Вместе со своими мужчинами участвовали в войне. Вот в этом углу свадебный наряд моего брата. В 92-м году мы собирались женить моего брата. Здесь даже обручальные кольца выставлены. В преддверии Нового года, в 92-м, мы должны были женить его. Но, к сожалению, 19 ноября 1992 года он погиб. Свадьба так и не состоялась. Уже после создания музея моя мать подготовила этот угол и написала на нем «Памяти Григория Арустамяна и всех погибших неженатыми воинов». И среди всех этих парней примерно 1500 так и не успели жениться. Есть люди, с которыми достаточно перекинуться парой слов, внимательно посмотреть в глаза, и становится понятно – вы одной крови. Вот так я подружилась с Кариной Дадамян. Война – страшное дело. На войне умирают маленькие и большие, наши сыновья, наши дети. Я хотела бы по-русски рассказать. Во время войны очень многие уехали, учились в Ереване временно. Но я осталась здесь. И у меня был маленький уютный класс. Вот здесь. Вот где я сейчас сижу. Вы представляете, я поднялась на свой этаж и увидела, как огромная панель упала на рояль. И у рояля ноги поломаны, все ноты обожженные. Снаряд попал прямо в этот класс. Я стояла у косяка поломанного и плакала. Я не могла успокоиться, что это все не должно быть. Этого ни один взрослый, ни ребенок, ни одна мать не захочет этой войны. Мы все же выдержали. И сейчас мы работаем в очень хороших условиях. И наши дети растут. И талант, очень много таланта, который отправляем и в консерваторию, и на любые международные конкурсы. Я рада, что у нас много талантливых и способных детей. Thank you.
Аварт. Մի հատ փորձես տուն նվագես, մի հատ նորից սխաներիդ ուղի։